Главный дом усадьбы Дюрингера, который ивановцы величают готическим замком, может разрушиться. Здание находится в аварийном состоянии. К такому выводу пришли специалисты, которые проверили несущие конструкции на крыше и в подвале. Видите, вот балки перекрытия. Опять, вот если поближе их взять, видите, они прямо аж слоятся. Детальный осмотр инициировал областной департамент культуры и культурного наследия. Если не принимать меры экстренно, бить тревогу будет поздно. Даже на первый взгляд можно оценить как недопустимое состояние. Основные несущие конструкции имеют недопустимые деформации. Имеются трещины на всю высоту здания, гнилые несущие балки перекрытий с потерей сечения более 50%, металлические балки покрыты ржавчиной, ржавчина раскрывается книжкой. Собственники квартир в доме-замке по мере сил пытаются что-то предпринять для сохранения того, что досталось со времен основателя усадьбы Александра Дюрингера. Самая главная беда – это чердак, крыша, естественно, протекает в первую очередь. Во-вторых, сам внешний вид, вы сами видите, в каком состоянии. Обваливается штукатурка, нужно что-то делать. Жильцы шутя называют Дюрингера барином и говорят, что с тех пор никто здесь ничего не ремонтировал как следует. Сейчас приходится латать дыры, но продолжаться бесконечно это не может. Нужны решительные действия. Требуется незамедлительное обследование и реставрация. Иначе можем вообще здание потерять совсем. Жильцы дома получили задание полностью очистить от хлама чердак, чтобы не было дополнительной нагрузки на несущие конструкции. Это первый, самый простой шаг. На ремонт нужны большие деньги. Пока эксперты могут дать только рекомендации, как хотя бы на время укрепить балки. Мы понимаем, что ту информационную надпись, которую мы установили, накладывает на нас особую ответственность, и мы не должны оставаться в стороне. Поэтому было принято решение о проведении сегодня оценки состояния отдельных конструкций. В дальнейшем мы сформируем акт с учетом позиций специалистов и планируем выйти с предложением в администрацию города Иваново с тем, чтобы получить дополнительные средства из резервного фонда на проведение противоаварийных работ. В этом году усадьбе Дюрингера исполняется 100 лет. Эксперты опасаются, что деформации могут принять прогрессирующий характер. Очевидно всем, кроме местных властей, что чем дольше будет откладываться реставрация, то тем больше объем работ потребуется и тем дороже они обойдутся. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.